Я приветствую вас, родители, которые хотят воспитать счастливых детей в родительском клубе впервые в 2018. В минувшем году был дан старт проекту «Родительский клуб», и мы познакомились с несколькими центрами развития детей. Но впереди еще много неизведанного, полезного и интересного. Как правильно воспитать ребенка? Почему он капризничает и не слушает родителей? Как подготовить дошкольника к обучению в школе? Обо всем этом и многом другом вы узнаете в родительском клубе. Существуют такие пространства, где безотчетно ощущается положительная энергия. Она буквально витает в воздухе, и вы ею напитываетесь. И обязательно вас тянет туда вернуться. Именно это я заметила в развивающем центре на улице Стаханова, 14. Мне захотелось рисовать песком, по-дружески болтая с девочками. Захотелось вникнуть в основы ментальной арифметики и постичь пользу гимнастики мозга. Долго беседовать с преподавателями центра, чтобы узнать их секрет создания такой удивительной атмосферы, где люди и предметы создают ту верную предметно-развивающую ситуацию, которая как будто спонтанно активизирует и мотивирует детей на успешное обучение. Думаю, секрет в равновесии, в балансе. Анна Дементьева умеет балансировать. Она владеет специальной методикой гимнастики для мозга с применением балометрикса или доски Бельгоу. Такие упражнения – лишь малая составляющая курсов занятий по скорочтению и подготовке к школе. По наблюдению педагога, гимнастика мозга активизирует высшие мозговые процессы ребенка, обеспечивая устойчивый положительный результат от занятий, который с легкостью демонстрируют воспитанники в школе, радуя своими достижениями родителей и педагога. Гимнастика мозга – это уникальная разработанная методика, которая включает в себя такие простые упражнения, которые доступны каждому ребенку, физические упражнения, но они развивают оба полушария головного мозга. Мотивация для ребенка самое главное, потому что когда ребенок приходит к нам в центр на занятия, обычно приходит с какой-то проблемой. В школе у него не получается, и родители приводят его дополнительно заниматься. У ребенка опускаются руки, ему не хочется ничего делать. Поэтому в первую очередь мы должны ему сформировать желание учиться. Мы должны показать, что он что-то умеет. Нет ни одного ребенка, который не умеет абсолютно ничего. Именно на этом педагогическом оптимизме и мастерстве построена развивающая система центра. Мы позиционируем себя как Диснейленд в мире ментальной арифметики. То есть у нас дети приходят за детством, а не учиться. У нас есть своя собственная система геймификации. Ребята быстро и с удовольствием выполняют арифметические задания. При этом нет неприятного шума постоянно падающих карандашей. Оказалось, есть правила карандаша. Но это был секрет. Художественно-эстетическое развитие в центре строится на творческом сотрудничестве. Здесь важна детская инициатива. Результат или продукт сотворчества не планируется заранее, а появляется в процессе полагания детской цели. Как вот эти подвижные яркие китайские драконы, корзинка с овощами и великолепное дерево. Лучший показатель работы педагогов – желание воспитанников посещать занятия. Здесь ребята на занятия бегут. Педагоги центра приглашают родителей, которые хотят воспитать счастливых детей, на занятия по подготовке детей к школе, на занятия по английскому языку, ментальной арифметике, скорочтению и творчеству. Родительский клуб вновь побывал в гостях у известного родителям, которые хотят воспитать счастливых детей, центра ментальной арифметики «Пифагорка». Детские пальцы ловко перебирают пластмассовые косточки. Десятилетняя Даша складывает и вычитает числа быстрее, чем калькулятор. Научиться этому несложно, нужно просто регулярно тренироваться. Напомню, система называется «Ментальная арифметика». Эта система устного счета стара как мир. Сами счеты появились в глубокой древности и с тех пор принципиально не изменились. Только называется везде по-разному. Международное название – АБАК, а в центре Пифагорка используют сарабан по японской методике. Методика Пифагорки мне понятна. Сначала дети изучают счеты, отрабатывают навык, а дальше переносят все на уровень воображения и доводят технику до автоматизма. В программе – учебные пособия, графические упражнения, задания на развитие памяти и внимания.
Ребенок работает двумя руками одновременно, считает в уме и решает задачки на сообразительность. Отличное дополнение к обычной школе, не так ли? Малыши, они начинают замечать цифры, об этом говорят родители, начинают все пересчитывать, им это очень интересно. Что касается взрослых детей, которые могут оценить уже свои способности, свои изменения, которые они чувствуют. Один говорит, я не знаю, как это случилось, но как-то я быстро посчитал. Другой как-то быстро выучил стихотворение. Есть у Пифагорки и другое направление – курс каллиграфии. Непростой процесс, но с правильными методическими материалами, подобранными преподавателями Пифагорки, это может занять меньше времени, чем вы думаете. Пифагорка всегда рада новым ученикам, без ограничения по возрасту, и приглашает на бесплатное пробное занятие по адресу улица Терская, дом 40. А мы по-прежнему будем следить за успехами учеников Пифагорки и встретимся с ними снова уже в 2018 году. Мы все порой сталкиваемся с трудностями, вопросами, проблемами. И как важно найти человека с открытой душой, добрым сердцем, готового прийти на помощь. Родители и воспитанники центра «Дорога добра» нашли такого человека. Статистика сухим языком цифр констатирует, количество детей с особенностями развития растет. Их родители особенно нуждаются в профессиональной поддержке человека, который сам растит такого ребенка. Людмила Викторовна Комарова, благодаря поддержке администрации города в Центре культуры молодежной, организовала народное творческое объединение социально-культурной реабилитации «Дорога добра». Идея создания клуба для деток, которые имеют ограниченные возможности здоровья, возникла у нас после того, как в нашей семье появился Богдан. Искали в Анапе, мы искали в Краснодарском крае, мы искали по всей России, где можно найти опыт общения между родителями, где можно посмотреть, как восстанавливаются такие дети, как Богдан. К сожалению, вот такого опыта на тот момент не было. Пришлось нам своими силами искать литературу, читать научную литературу, медицинскую литературу, для того, чтобы посмотреть, какие все-таки могут быть результаты, когда растет и развивается ребенок в семье. Людмила Викторовна для каждого разрабатывает индивидуальную программу. Ребята поют на настоящей сцене, как сегодня Кристина. Лиза играет на глюкофоне, сочиняя собственные композиции. В такую интересную деятельность умело вплетены коррекционно-развивающие задачи. Музыку я люблю очень. Очень важно в трудный момент жизни найти верную дорогу, дорогу добра, ту, по которой тебя за руку поведет искренний, терпеливый, понимающий друг. Ребенок очень ждет этих занятий, она радуется, и она ждет этих занятий. Она любит петь, любит играть и получает удовольствие. Если ребенок доволен, то и мама довольна. Одно то, что ребенок счастлив, все, больше ничего не нужно. Она каждый день считает дни, чтобы прийти на занятия. Она даже уходить не хочет с этих занятий. Спокойствие, наверное, больше. Она приходит здесь, успокаивается. Это ее лечение. Мы обязательно вернемся в теплый, по-семейному уютный клуб «Дорога добра». Я расскажу вам о нем еще много интересного. Родители, задавайте вопросы, спрашивайте о том, что вам интересно, что вас волнует. Вместе мы обязательно разберемся. Тем более, что проект стал более интерактивным. Теперь вы можете задать свой вопрос на нашей странице в Instagram. Комментируйте происходящее, делитесь впечатлениями. Проект «Родительский клуб» приглашает к сотрудничеству Анапские центры детского развития. У вас есть то, что интересно родителям, которые хотят воспитать счастливых детей? Звоните, мы обязательно приедем. До новых встреч в родительском клубе!